Ну и как раз-таки самый интригующий вопрос. Сколько же зарабатывает TVLOL или Майнкрафтер? Я в месяц зарабатываю... Ну а перед началом этого крутого видеоролика я хотел бы порекомендовать такой канал, как Mighty Minecraft PE. Он снимает тут разные прикольные видосики, также ютуберские конкурсы. Все очень классно, все честно. Вот смотрите, вы повторяете за мной. Берете и нажимаете вот на вот эту кнопочку подписаться. Давайте мы добьем тут, не знаю, 490 подписчиков или даже 500. Все, ребятки, все подписываемся, ставим колокольчик и погнали к видосику. И всем привет, ребята, с вами как обычно канал TVLOL, и многие задаются вопросом, сколько же зарабатывают ютуберы и как можно с этого вообще зарабатывать. В этом ролике я расскажу, как зарабатываю я, вот такой вот обычный майнкрафтер. Всем приятного просмотра, запасайтесь печеньками, чайком, погнали! Я бы хотел подметить такую штуку, как монетизация. Когда у вас на канале становится больше 1000 подписчиков и больше 4000 просмотров, часов, если я не ошибаюсь, то вам начинают платить за показ рекламы на вашем видео. Конечно, там заработок небольшой, платят по маленькой копеечке, но все равно какой-то заработок есть. Если даже у вас там набралось много просмотров, это даже отлично, будет чуть-чуть побольше доход. Второй способ — это когда у вас заказывают сообщество, пиар, спонсор. Это тоже дает неплохую денежку, потому что, допустим, нужно кому-то много подписчиков, он платит денежку, а вы тем его пиарите или спонсируете. Ну и как раз таки самый интригующий вопрос. Сколько же зарабатывает TVLOL или Майнкрафтер? Я в месяц зарабатываю по 7000 рублей. Конечно, это не очень стабильно, бывают перепады, бывают 6000, бывают 5000, но в основном 7000. Вот такой вот эксклюзивчик на моем канале, как бы это странно не звучало. Я надеюсь, вам понравился этот ролик, что вы поддержите его лайкосиком, подпишитесь на каналчик, также расскажите своим друзьям. Всем пока-пока.